Всем привет! Привет! Вас становится больше на канале, и мы решили записать это видео, чтобы все-таки было понятно, все-таки кто эти два хомяка, которые ходят и снимают обзоры про еду. Да, потому что главное видео у нас на канале никто не смотрит. Да, потому что вот, и мы решили наконец еще одно записать. Я думаю, такое видео необходимо, чтобы оно появлялось примерно раз в году, потому что вы добавляетесь, спасибо вам большое за это. Мы вас очень ценим, что вы смотрите наши видео. Итак, меня зовут Ирина. Вот, но дома меня называют Ирушка. Поэтому очень странно, когда все пишут Ирина. Кто это? Вот. А это мой муж Тимофей. Это я, да. Так и называют. Я Брок-звезда. Да, обращайтесь. А еще я известный блогер. А еще Тимофей делает сайты, если кому-то нужно, например. Да, много сайтов разных. И видео снимаю. Да. Вот, камера у меня в руке. Если хотите что-нибудь почитать обо мне, можно зайти в мою инстаграм Валерия Ирина, почитать там. Ну, в общем, основная сфера деятельности у меня это фотография и все, что связано с миром моды. Вот так, если вкратце. Мы сейчас записываем вам видео из Ниццы. Мы прилетели в Ниццу. Ветрено сегодня. Вчера у нас была очередная годовщина свадьбы. 8-я. Дай бог, не последняя. 8-я. А то неизвестно, как оно пойдет дальше. А кризис 8 лет я не слышал. 7-летний миновал уже, все, поздняк. У нас поздняк. Не 8, у нас же 9 получается. 9, да. Ну, значит, есть, наверное, какой-нибудь кризис? Нет, никто до 7-летнего уже не доживает. Вот. Шучу, конечно. В общем, мы прилетели в Ниццу, пока у нас выходят ролики про Стамбул. Да, их еще будет много, на самом деле мы больше 20 роликов еще не смонтировали, поэтому вам какое-то время еще придется смотреть про Стамбул. Будет интересно, пока мы дойдем до Ниццы и наснимаем здесь интересных историй и начнем их выкладывать, ну какое-то время пройдет, конечно. Вот, поэтому сегодня мы решили записать такое видео и показать вам еще наше свадебное видео, потому что вы его не видели и мы его не выкладывали в сеть. И его видели только те, кто знал нас 8 лет назад. Да, мы про YouTube еще не знали. Не было Инстаграма, не было ничего подобного, поэтому сегодня вот мы хотим его вам показать. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А еще лучше делайте репосты и приглашайте друзей. Да, и у Ирины сегодня день рождения, так что вы можете тоже в комментариях ее поздравлять. Потому что видео как раз сегодня и выходит, 25 апреля. Всем спасибо, мы вас очень ценим. Пока.
гость. Принимаем во внимание тот факт, что жених и невеста дали друг другу торжественные обещания, закрепили свои обещания подписями и обменялись кольцами. Я объявляю Тимофея и Ирину мужем и женой. Жених может поцеловать невесту. Оператор. Плюх, пошли плюх. Ну ладно, тут не глубоко. Ну, кадр будет какой классный, а?